Повтори, повтори. Спускайся, поехали домой. Чуть-чуть. Комментируем. Поверни чуть-чуть. А, не, не, не. Не, не надо. Давай вниз, да. Шел 351 день телестройки. Мы строили как могли. Первая вышка не подошла. Оказалась маленькая за грузоподъемность. Пошли глянем, что там. 21 метр не хватило. Где-то 28-29. Вот ту байду надо снять. Новую поставить. Ну сходи, позырь. А что, по одному или вдвоем сразу можно? Да? Ну я пока один схожу. На разведку. Нельзя все яйца в одну корзину класть. Так, что тут надо знать? Ничего не надо, я все. Показываешь вверх. Майна, Вира, я понял. А, не кричи, потому что здесь особо не слышно. Дистанционный путь, я понял. Аттракцион. Неслыханной щедрости. Поехали. А ну-ка 50 комментариев на тему. А чё он не пристегнут, зато в каске. А что болгарку не взял с собой? Там же болгарить надо. Ну и ладно. С такой скоростью подъема можно успеть поспать, поесть и опять поспать. Красота. Это я понимаю, вышка. Не то, что эти китайцы. От китайца только фотка осталась. А, не, вроде какой-то кратыш есть. Там если вдруг там вот, например, мы не достанем там чуть-чуть, повернул люльку, и без нас будет там. Я понял. А? Все? Ниже. Что у нас тут творится? О, прикольно. Там можно постоять. Ломай ее полностью. Сижу за решеткой в темнице сырой, скормленный в неволе орел молодой. Сесть-то он сел нормально. Димон внутри. Прикол. Не роняй телефон. Звони Бориску на царство. Красиво выглядит, чё? А? Ноги затекают, на карачках заспрыгать. Точки есть. Так, ну ничего. Вопрос можно? Да.
Он говорил, что ближняя туда, это как раз она. Газовая. Ну, дело в том, что на... из нее до сих пор тепло идет. Раз. И только на ней есть внутри потеки пара. Остальные трубы просто чистые, не использовались. Вот просверлить. Знаете, мешок со всякими ножницами. Все? Ну, пока да. Все. Ты хотел что-то еще? Нет. Я сначала думал, потом передумал. Их больше нет у меня, как говорится. Ой, там еще и все по центру, да, выходит? Вот это край. По красоте? Это край. А, край? А, вот оно. Понял. Погоди. Чего? Давай через решетку что-нибудь сниму. У тебя там полочка есть, да? Да у меня тут все есть, и полочка. Только встать нельзя, да? И лавочка. И ветер не дует, да? Хорошо тебе там? Ну, как бы немножко задувает. Немножко? Тепло. Такое ощущение снаружи, что тут ураган. Не, ну... телегу эту дует, она мотает вообще в разные стороны. Трезать на потолке неудобно. Неудобно спать на потолке, одеяло падает. Вот оно, про это как раз. Возьми. Давай. Мусор. Взял. Что, взял? Сейчас, я опускаю. Ты за перфоратором? Да, давай. Если что вспомнишь, напиши. Ну, нормально все. Поехали. Все. О, огонь вообще четко. Ты попробуй сначала внутренне, а потом наружу. Если сцепить. Давай сделаем вот так. О, сила. Не дышать. Там снизу вообще не видно ее. Флюгарка. Так, все, стоит. Сейчас нам нужно саморезим, герметим и перфорируем. Перфоратором дюбелями крепим. Все, и побежали на следующий колпак. Так. Главный город на Рафаминской. Угадай страну по фотографии. Готов? Так, подожди. Она же из Нержи. А где шов-то? Вон, спрятать шов. Там не на видно месте. Спрятать куда? Он и так в том смотрит. Окон даже нет. Шов в колпаках. А, шов в колпаках сюда. Thank you.
Косово. Давно. Давно. Знаешь, говоришь, с люльки работать понравилось. Надо у него телефончик взять. Люлька хорошая. Комментируем. Поверни чуть-чуть. А, не. Не, не вниз. Надо. Давай вниз, да. Вниз. Вниз. Чуть-чуть двинемся. Вниз. Очкуй, главное. Я 100 раз так делал. Все стремится Сегодня мы работаем, как белые люди. Не корячиться не надо. Ой, не говори. Я болгарку забыл. Поехали вниз. Спокойненько. Все четко. Все. Все готово? Да. Прям модерн. Крутяк. Красиво. Стоить. Здесь только колпак поменять. Этот снять, тот поставить, если. Тут попроще. Все хорошо? A few moments later. Прошляпили размерчик. Самую малость. Это боль. Later. Короче, накосячил я, снял не те размеры. Пришлось переделывать колпак. Увеличили на 10 сантиметров. Теперь должен подойти. Прием, прием, стреляю. Вытягивай, вытягивай. А будет интересно. Ты на трубу сейчас полезешь или потом? Сейчас, сейчас. Считай, что я уже на ней. Блок ролик черный. Че я ору, если у тебя рация? Блок ролик черный, подцепи. Сейчас прицеплю. Лучше бы ты поподнимал, а я бы его отвел.
Ну вот этот первый пройдем. Если бы я знал, что мне поднимать придется, я бы полиспас сделал. Стой! Стою! Оп, стоп, не спеши. То плавненько, плавненько, давай. Оп. Еще. Стоп. Он не кувыркнулся на кирпич. Давай. По чуть-чуть. Натяни. Хорошо, что сегодня ветра нет. Хорошо, что сегодня ветра нету. Так как дюбелями закрепить колпак очень сложно, конкретно в нашей ситуации, мы его решили приклеить на герметик. Чтобы он не улетал далеко и надолго. Трубочка тоненькая. Полтора кирпича. Сейчас еще герметик нанесу. Ты главное не торопись. Я даже немножко очканул, что он опять меньше размером. Ну нормально, вижу, герметик придавило, повылазил. Значит, все, спускайся, поехали домой. Хорошо. One hour later. Просили отремонтировать вот этот конек за трубой. Падал лед, и тут побило все. Сейчас переклеим. Он не взорвется в руках. Потух. Нормально, что-то жидкарем идет. Никогда так не шло. Фаер-шоу. Довольный, как в детском саду новую игрушку дали. Ушел в свою песочницу и радуется.
Да уже теплые прибивает. Посмотрим, что получилось. Или что получается. Угнется. Гвозди!